Приветики всем на канале, меня зовут Яна, и добро пожаловать в Star Stable. Итак, здесь произошло очень много всего нового. Обновился лес холлов, появились обновленные лошади. Давайте посмотрим, что здесь в новостях. Познакомься с Усиной Санвин и стань ученицей друидов. Я надеюсь, правильно иду. Ай, какая красота. Наверное, это здесь. Любопытно, надо изучить его поближе. Ух ты, 150 экспи, ничего себе. Круто. И таинственный лес холлов. Ой. Что-то такое магическое происходит. Прикольно. Ух ты, рунный камень словно ожил. Еще 150 экспи дали. Рунный скакун. Привет. Я, кстати, так его и не получила. Мне было лень выполнять задание. Печально. Рунный бегун встает близко-близко и фыркает тебе в лицо. Так лошадка здоровается и просит следовать за ней. О, 200 экспи дадут и 250 экспи к лошади. Лошадь не открывает рта, но ты словно слышишь ее мысли. Я вижу в тебе потенциал. Вперед, нужно скакать дальше. Ну ладно, поскакали. Можно посмотреть по сторонам на все это великолепие, на всю эту красоту. Очень красиво, конечно. Мне никогда не нравился лес холлов. Я считала его очень мрачным и недоработанным. Сейчас наконец-то его доработали. Просто были какие-то заросли с сорняками, да? Сейчас смотрите-ка. Это он проводит экскурсию, да, по лесу холлов, видимо. Ну, хорошо. Руна бегун, условия выполнены. Белочки бегают. Ага. Вот он кому нас привел. Хорошо, давайте поздороваемся. Уина Санвин. Добро пожаловать в лес холлов. А может, ты здесь уже бывала? Да, я здесь бывала. Меня зовут Уина Санвин. И это гнездышко на Юрвике. Это мое гнездышко на Юрвике. А тебя как зовут? Эта лошадь так внезапно исчезла. Твоя фамилия мне знакома. Да, давным-давно я помогала одной девушке поселиться в этой странной деревне. Взяла под свое крыло, так сказать. А она взяла мою фамилию, чтобы начать с чистого листа. Раз ты не хочешь называть свое имя, пожалуйста, я сама его для тебя придумаю. Так, сейчас, о да, есть идея. Я назову тебя Букашка. Букашка, нам надо многое с тобой обсудить. Одна лошадка нашептала мне, что ты пробудила рунный камень, и это очень любопытно. Ты наверняка заметила, что в лесу холлов есть что-то волшебное. В деревне Вэлдейл обитают защитники Айден, друиды и прочий народ из древнего ордена, который служит богине Айден и заботится о ее наследии. Ну, можно было нажать «это я все знаю», но окей. Не всякий защитник Айден друид, и не все друиды защитники Айден. Я предпочитаю посвящать время лесу, и в этом проявляется моя связь с Айден. Другим ближе борьба за правое дело. Они стремятся воссоединить легендарных духовных наездниц и помешать темным силам. Но какое бы занятие ни выбрал себе любой друид, одно неизменно лес холлов – наша волшебная песочница. А кто там вдали стоит, интересно? Так, это еще не все. Пожалуй, для следующего рассказа лучше нам немного прогуляться по окрестностям. Давай немного пройдемся. Ты готова узнать больше о разных ветвях учения друидов? Ну, окей, давай, если это так необходимо. Давай пройдемся. О, тут магазинчик, что ли, какой-то. Ну-ка, давайте глянем, что за магазинчик. Ага, здесь у нас садовый порошок. Продается или что? С его помощью можно освободить все опутанные мешочки в лесу холлов. 50 света он стоит. У меня нет света. Где его взять, да? А здесь, наверное, все продается за свет.
Здесь своя валюта, видимо. Так, а здесь что у нас? Мистический базар. Ничего нет. Почему-то. Так, а здесь рунический бутик, тоже ничего нет. Видимо, я еще ничего не заслужила. Приветик, это Джейд. С тобой можно поговорить? Нет, пока что нельзя, еще не активно. NPC еще не активны. Руна камень. Прикольно. Ну, подожди-ка, не торопись. Давай-ка я все осмотрю. У друидов есть три основных пути для постижения мира. Путь Терры, путь рунологии и путь фантазии. Путь Терры включает все, что связано с нашей планетой. Садоводство, изучение растений, приготовление настоев и единение с землей. На этом пути тебя будет сопровождать Гайя. Ну, кстати, классно, что они все разложили по полочкам и сейчас все это поясняют. Рунные камни – древние монументы, разбросанные по всему острову и в лесу холлов. Их магическая сила особенно велика. Друидам надлежит изучать их и расшифровывать древние тайны. На этом пути тебя будет сопровождать Джейд. Ага. Окей, та самая неразговорчивая, да? И, наконец, последний, но не менее важный путь – путь фантазии. Как следует из названия, его последователи всегда что-то выдумывают и стремятся к новым открытиям. На этом пути тебя будет сопровождать Рейнаш. Однако, не только мы, друиды, приходим сюда играться с магией. Нет, бьющая через край колдовская энергия привлекает и волшебных лошадей. Правда, нынче их совсем не видно. Но, возможно, пока ты будешь в лесу, они вернутся. О, я могу здесь встретить магических лошадей, прикольно. И это все? Или есть у тебя еще для меня что-то? Ну, видимо, что-то еще есть. А, к рунному камню нужно подойти, окей. Ой, подожди-ка. Не торопись. А, понимаю, я вывалила на тебя много информации, но я в тебя верю, букашка. Вскоре ты постигнешь все тонкости учения друидов. Мы начнем с пути фантазии. Ай, прикольно. Подойди к большому рунному камню, мы зовем его главным камнем. И здесь ты можешь выбрать, какую ветвь учения друидов хочешь постичь. Ух ты. А можешь выбрать одну или все сразу. Так, теперь сосредоточься, впусти дух Айден и открой себя для избранного пути. Прикольно. Это что-то новое. И здесь показано, сколько у тебя света. Здесь ты можешь открывать пункты с помощью света. Нажми на пункт, чтобы узнать о нем больше. Так, ловля светлячков, поговори с Уинной и узнай секрет того, как аккуратно собирать свет Айден. То есть с помощью этого учения я смогу собирать светлячков. Так, а здесь у нас что? Светлячки слетаются... Но это я не могу разблокировать, у меня света нет. То есть я сначала должна ловлю светлячков разблокировать, потому что у меня здесь 0. То есть доступно у меня только этот момент. И дальше у меня следующий идет, 150 света нужно собирать. Радостная собирательница света, уровень 1. И дальше пошло по уровню, да? А здесь что такое? Серьги-фантазерки, божечки-кошечки, ну прикольно. И у нас получается слет светлячков. Окей. А, путь Терры и путь рунологии у меня еще не открыт. То есть сначала мы открываем только путь фантазии, да? С этого начинается настоящее приключение. Ну и то слово. Развитие такое еще интересное. Развитие персонажа. В лесу холлов вводится великое множество светлячков, однако это не просто светящиеся насекомые. Они воплощают саму магию леса. Эти светляки несут волшебный свет. Свет, подобно незримым нитям, сплетает волшебство леса холлов. Мы, друиды, считаем, что это остатки энергии, с помощью которой Айден в незапамятные времена принесла жизнь на остров. Собери в лесу светлячков, 10 вполне хватит. Угу. 10. Ух ты, божечки, кошечки. Ой-ой-ой, сколько их здесь много, да? Ну ладно, давайте собирать. А, они сами собираются, я думала, на них нажимать нужно. Просто бегать возле них, да? Прикольно. Возвращаемся. 5 штук только собрала. Остальные все здесь.
Ой, классно, слушайте, мне так нравится. Но я думаю, что дальше будет, конечно же, возможно, сложнее. Не знаю, посмотрим. Пока что весело. Вот еще один есть. А я уже 10 собрала же, да? Ну, это тоже соберется на всякий случай. Это мне в копилку. В кладовую. А где она? Тут была. А, прекрасно, ты славно потрудилась, букашка. Пусть Айден оберегает тебя в пути. И надеюсь, что я еще встречу тебя в моих краях. Ну все, вроде бы как. Здесь я все уже выполнила. Там у меня... А, здесь у меня все время будут светлячки преследовать, видимо. Нужно будет их собирать. Скорее всего, может быть, они будут появляться в определенном количестве каждый день. Я не знаю. Скорее всего, это так. Напишите в комментариях, нужно ли каждый день их собирать. Скорее всего, нужно, развиваться же как-то надо. Персонажа моему в пути фантазии. Но это все будет сейчас длиться бесконечно. Еще. Еще. Так, а их где-то видно? Давайте здесь посмотрим в рюкзаке. Да, 20 светлячков у меня собрано. А, мне кажется, я уже собрала достаточно для хотя бы для одной прокачки. Я не знаю, можно ли здесь сразу прокачаться, если целый день бегать собирать светлячков. Так, радостная собирательница света, уровень 1. Твоя ослепительная улыбка сама притягивает свет Айден. Свет можно собирать с короткого расстояния, что облегчает сбор. Ну, в принципе, оно и так было несложно. Так, а почему-то разблокировать не могу. Ага, слет светлячков я могу теперь разблокировать, окей. И могу разблокировать серьги фантазерки. То есть мне надо было сначала разблокировать вот эту линию, и теперь я перехожу на уровень 2. Все, теперь понятно. Теперь понятно. А, у меня там еще что-то доступно. Путь рунологии мне стал доступен, да, видимо. Можно тут сразу и путь рунологии, скорее всего, разблокировать. Но для этого нужно целый день бегать, собирать светлячков, но это очень интересно. Очень интересно и необычно. Что-то новое, да? Новый геймплей, так скажем. Я знаю, что еще завезли... Давайте сходим в Морланд. Я знаю, что здесь есть обновленные лошади, но я не планирую покупать лошадь. Сейчас добежим до бонусного магазина, посмотрим, что там есть. И все заберем, как обычно. Так. Ох ты, ничего себе! Тут целый набор, целая коллекция фиолетовый с черным. Ну ладно, давайте заберем. Чтобы потом не путаться, что здесь добавили нового, а что нет. Потому что я могу все это забыть и запутаться. Можно сразу и примерить, в принципе. Но это, я так понимаю, что это с коллекции Хэллоуина. Давайте все примерим. Почему бы и нет. Бантик. Так, к сожалению, на гавки мы посмотреть не сможем. Но зато прикрепили бантики. Вот такая коллекция. Прикольно, прикольно. Ну что ж, получила настоящее удовольствие. Лес понравился, безумно понравился. За светлячками бегать тоже интересно. Прокачивать персонажа тоже прикольно. По разным веткам. Ну, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Star Stable. А с вами была Энита, и увидимся в новых роликах.